Вітаю, це тема дня. Вчора підбили підсумки третього сезону проєкту «Безпека дитини», в рамках якого дітей і підлітків навчали основам самооборони та правилам безпеки у повсякденному житті. Чому потрібний такий проєкт і хто може взяти в ньому участь? Як сприйняли ініціативу батьки і тренери? Наскільки корисні навички, що отримують діти, дізнаємось у нашої сьогоднішньої гості. В студії адміністраторка проєкту «Безпека дитини» Тетяна Жарінова. Тетяна, я вас вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Тетяна, будь ласка, проєкт «Безпека дитини» стартував у 2017 році. З якою метою ви його створювали і хто саме ви? Действительно, это первый вопрос, который возникает у горожан. Кто, собственно, стоит за всем этим? А за всем это третий сезон проект «Безпека дитини», действительно. На самом деле, мы достаточно уже известны в городе Затейники, Николаевский тепловозоремонтный завод. И, как многие уже шутят, при чем тут ваши тепловозы? Такое серьезное предприятие. Да, предприятие, которое вообще никак не относится ни к чему другому, кроме как модернизация, ремонт тепловозов. И тут у нас куча всего, клипы, соцпроекты, какие-то мероприятия, выставки и так далее. На самом деле мы просто любим это делать. Опять-таки мы отшучиваемся в ответ, что нам скучно просто ремонтировать тепловозы, и мы находим себе еще вот такое применение творческое. На самом деле директор завода Вячеслав Симченко с одесской душой, да, человек, и поэтому ему тоже нужно вот воплощать свои идеи. А идея, собственно, этого проекта, как всегда, она, видимо, витала где-то в воздухе. Мы ее успели поймать за хвост и буквально посчитали легко выполнимой, очень простой, банальной, и как бы не рассчитывали даже на мега-успех на самом деле, потому что, ну что тут такого? Взять тренера, попросить его сделать формат тренировок, который нужен для того, чтобы дети за одну тренировку научились базовым, самым простым и нужным навыкам по обороне от там, злых незнакомцев, и провести это, собственно, не очень-то нам дорого стоило, скажем так. Но оказалось, что это был колоссальный спрос еще в первом сезоне, когда был только один тренинг каждому ребенку. И у нас все люди, все 150 человек были набраны, все группы за 4 часа. Тобто батьки і тренери відреагували дуже так позитивно, так? І ну, это даже, мягко говоря, это даже тренер, прежде всего, тренер Игорь Конвишер отреагировал позитивно, потому что «ух ты, я такого не делал». Но это классно, интересно, да, я работаю с детьми, но я пошел подумаю, как же это сделать, чтобы вот в полтора часа дать вот основы детям, чтобы они поняли, причем детям трьох разных возрастных групп, от самых малолетних до подростков, это были абсолютно разные занятия. Тетяна, а сколько детей взяли участь у первого проекта? В самом первом и дальше у нас опять-таки второй и третий сезон, почему-то вот такая родилась цифра, она держится, это 150 человек. То есть за три сезони це вже майже полтисячі дітей пройшли наші тренінги, це здорово. 16 жовтня, коли підбивали підсумки третього сезону, за процесом стежили наші колеги зі служби новин Вікторія Чернявська та Василь Філімон. От мене схватив якийсь дядя чи тітя, ти повинен провернути руку за його пальцем, ось так. Якщо він тебе схватив за плечо, то ти повинен зробити ось так. Навички самооборони демонструє 9-річна Катерина Пархумова. Дівчинка каже, потрібно вміти постояти за себе. Наприклад, до тебе там постучав якийсь незнайомий дядько, ти повинен робити тому, чому тебе вчили, або тебе схватили за руку, то ти можеш сам себе захистити. Але якщо ти в школі, то не можна бити так, як нас учать на самообороні, тому що від цього не залежить твоє життя і здоров'я. У третьому сезоні проєкту «Безпека дитини» взяло участь 10 груп по 15 дітей різного віку. Для малечі спланували 6 позакласних занять. Їм розповідали про правила безпеки, способи надання медичної допомоги, основи самозахисту. Цього року вперше для старших підлітків ввели лекції про сексуальну безпеку. Розповідала про безпечну поведінку при статевих стосунках. Як вони починаються, як вони можуть розвиватися, які там небезпеки підстерігають, інфекційні хвороби, венеричні хвороби. Діти всі різні, є діти відкриті,
готові до спілкування, а є дуже такі, застінчиві, і щоб відкритися їм треба якийсь час. Треба бути трохи психологом, щоб з ними працювати. Цьогорічний сезон завершили врученням нагород та подарунків. За словами організатора проєкту В'ячеслава Сімченка, вже є плани на наступний рік. Будемо організовувати і четвертий сезон, оскільки на це вплинули іскристі очі дітей. Це в першу чергу і реакція їх батьків, мам, бабусь, татусів, які справді щиро дякують за цей проєкт. І навіть такий факт, що коли ми оголосили про набір цього року, всього за добу були укомплектовані всі групи. Цими днями працюємо в прямому ефірі. Тетяна Жарінова у нас в студії. Тетяна, будь ласка, як було зазначено у відеосюжеті, в третьому сезоні проєкту «Безпека дитини» взяли участь 10 груп по 15 дітей різного віку. Як ви набирали учасників? На самом деле все предельно просто, поскольку мы люди, ну, немножко ленивые, прямо скажем. Мы не любим усложнять, мы не делали никаких регистрационных там форм с миллионом вопросов, каких-то сложностей, дозвонов на горячую линию, всего, чего можно еще только придумать. Мы упростили процесс сразу, изначально, и придерживаемся его до сих пор, он максимально эффективный. Мы размещаем рекламный ролик и объявление о старте проекта в соцсети Facebook, даже больше нигде. Вот регистрационная форма, ссылочка, младшая, средняя, старшая группа. Там всего лишь ФИО и возраст ребенка, контактный телефон родителей на всякий случай. Мы не обзваниваем опять-таки участников. И, собственно, оп, это происходит регистрация за одну минуту. Я вижу, как ко мне в список сыпется вот так вот буквально это сотни фамилий. И, собственно, остается все. Людей порадовать, опубликовав списки опять-таки в соцсети на нашей странице. Списки там младших, средних групп вывешиваются абсолютно открыто. А те, кто не попали, просто не успели, к сожалению, они остаются в резервном списке. И так каждый год есть около 100 человек, к сожалению, которые не попадают. Просто вот в эту очередь мы не можем набрать всех. Проект не резиновый. И поэтому вот всегда есть те, кто чуть-чуть не успели. Но некоторым в этом раз повезло, мы набирали добор, и то есть люди даже попали еще там 30 человек лишних. Татьяна, а сколько коштует участь у проекта? Отличный вопрос, знаете, люблю его больше всех. Почему? Потому что его задают очень часто. Это второй по задаваемому вопрос после того, а кто, собственно, это придумал. Я могу сказать со всей ответственностью, проект стоит очень дорого. Он стоит вашего времени, уважаемые родители, мама и папа, больше ничего. Потому что бескоштовно? Участие для детей, для каждого ребенка абсолютно бесплатно, никаких взносов, там, справок, не знаю, купить ручку, листик, ничего не нужно. Потому что мы, как инициаторы, покрываем абсолютно все расходы, и, в принципе, никто даже не в курсе, какие у нас там расходы. Мы не посвящаем в это никто, это техническая информация, и, в принципе, это классно. Мы, наоборот, еще даже любим подарить что-нибудь еще участникам проекта, как это было в третьем сезоне. И, как вы зазначили, что когда вы набираете группы, никакого принципа не існує. Все в порядке абсолютно открытой общей очереди. То есть человек, набралась группа 15 человек, даже еще там с запасом, да, потому что дети болеют, или родители забывают, или кто-то там выбывает по своим каким-то причинам, в основном по здоровью. А за сколько вы начинаете регистрировать участников? Мы вывешиваем рекламный ролик, и тут же уже публикуются регистрационные формы. За 3 года у нас все группы набирались в течение от 4 часов, это первое, самый первый сезон. И в этот раз мы набрали аж за 24 часа все группы. Тобто, наприклад, завтра стартує проєкт, а ні, вчора... завтра ми даємо немножечко время, це приблизно неділя. А, тиждень. Ми повинні обробити списки, опублікувати їх, опублікувати графік тренінгів, тому що це огромна таблиця, от така, а де треба свести в кучу всіх. І, в принципі, є от ці кілька днів для того, щоб батьки запланували собі походи на проект. Самое главное, собственно, это является одной из проблем, что мама или папа забывают иногда приводить детей на тренировки. Ну, к сожалению, да, у всех такой, видимо, рабочий там график, учеба, кружки, танцы и так далее, и так далее. И не все, видимо, еще ставят себе напоминания там или пишут листочки на зеркало. В общем, есть родители, которые как-то не взбадриваются к концу проекта с вопросом, а мы там ничего не пропустили, а 2 недели уже прошло. Например, а проект вот триває 2 тижні, так? Ну, это я пример привела, что через 2 недели к концу проекта бывает мама просыпается. Средняя длительность, опять-таки,
В этом сезоне мы побили свой собственный рекорд по количеству тренингов на каждого ребенка, и поэтому он длился полных 3 недели. Это долго? Ну, для нас, да. Если первый мы за неделю вот так провели, потому что был один единственный тренинг для ребенка, это было очень быстро. Теперь 3 недели, и это было вкупе 10 групп, по некоторые 5, некоторые получили дети 6 тренингов. І це було багато, але це було класно. Постійний партнер проєкту з самооборони, як зазначено на вашій сторінці у Фейсбук, тренер з Крав Мага Ігор Ковнишер. І ми записали телефоном його коментар про участь у проєкті. Будь ласка. Справа в тому, що цей проєкт дуже важливий не тільки для мене, але й для всіх мешканців міста. Тому що наші діти знаходяться у небезпеці кожного дня. Ми всі читаємо новостні сайти, ми всі бачимо по телевізору новини, що постійно стаються напади на дітей. Наші діти повинні мати право, мати можливість захистити себе. Звісно, що ми не навчаємо, як битися з дорослою людиною. Ми навчаємо попри це таким чином, щоб не стати жертвою, як відбитися у разі нападу та куди бігти після цього. Значимо це для дітей, я вважаю, що так. Це дуже важливо і корисно. А особливо для мене, наскільки це важливо. Ну, це, по-перше, можливість завдяки В'ячеславу Сімченку створити якісь добрі справи. Це, по-перше. По-друге, це моя власна професійна реалізація, тому що програму підготовки, програму навчання дітей мною було створено власно, це авторська програма, і я себе реалізовую як професіонал, як викладач, як тренер, як педагог. Це тема дня, ми працюємо в прямому ефірі. Тетяна, будь ласка, ваш коментар до коментаря Ігоря Ковнишера. Було неожиданно, но приятно слышать голос нашого бессменного тренера. Ми не устаємо, ми даже приклеили уже к нему это звание. Бессменный наш тренер проекта, и мы очень гордимся этим, что сам вице-президент Крав Мага Мале Украина работает с нашим проектом, еще разрабатывает для него авторскую программу, это здорово. Хотелось бы добавить, что очень важную и ценную вещь сказал сейчас Игорь Ковнишер о том, что мы не учим детей драться. Понятно, для этого есть миллион секций карате, самбо, чего угодно. И опять-таки никакой ребенок в любом случае не противостоит взрослому человеку. То есть никакое физическое там преимущество мы не учим. И это вообще не задача. Изучали, и главным образом, в принципе, эта мысль прошла по всем тренингам, вот особенно третьего сезона, главная центральная мысль о том, что мы учим ребенка не допустить ситуации, когда он окажется в опасности. То есть ты не допустишь изначально, учат это детей, чтобы к тебе подошли там, и схватили, или подошли и попытались увести. Это важно, и с этого начинаются вот те самые преступления, о которых мы слышим, видим сюжеты, и волосы шевелятся на голове от того, что происходит. Это очень важный момент. И полиция, и все остальные партнеры проекта, о которых мы сейчас поговорим, они учили прежде всего в концепции единой. Не допустить той ситуации. А потом уже, если она вдруг происходит, как из нее выкарабкаться. Это очень важно. І як зазначено на сторінці вашого проєкту у Фейсбук, у 2017 році дітей вчили самообороні. Зараз кількість напрямків для розвитку дітей-учасників проєкту збільшилась до 6. Що це за напрямки? Ну, як говориться, ми не устаємо придумувати самим собі роботу. Хотя на самом деле к проекту просто люди сами присоединяются. То есть уже во втором сезоне, глядя на результаты первого, сами присоединились ГСЧС Николаевской области, по старинке именуемые всеми нашими юными, особенно участниками, пожарными, присоединилась патрульная полиция. Это те, кто вот классно, здорово, сами выразили желание поучаствовать, и мы быстро придумали, как это делать. Присоединился к нам Красный Крест, чему мы очень рады, а в третьем сезоне к этим уже нашим постоянным партнерам присоединились еще Федерация подводной деятельности и спорта, которые успели прочитать тренинги БСПЭКа на воде
И ну, это была, опять-таки, наша фишка, очень интересная, она возникла, потом расскажу, почему. И тренинги для старших детей 12-16 лет по интимной безопасности. Вот так мы накреативили, и наш список тренингов продолжает расти. Уже есть предложение от новых партнеров на следующий возможный сезон, и мы уже так даже не знаем пока, как это все вместить в проект. Ми записали телефоном коментар речниці Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Іляни Пацюк про участь у проєкті. Будь ласка. Ми були разом із співорганізаторами в проєкті «Безпека дитини 3» і в свою чергу запросили до аварійно-рятувального загону спеціального призначення батьків із дітлахами, щоб навчити саме дітей з приблизно 5 років до років 15, це були заняття, і розповідали про правила поведінки у разі пожежі, гасіння пожежі вогнегасником, водяним стволом. Окрім цього, зупинились на правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів та підозрілих предметів. Для нас цей проєкт є новаторським, тому що саме дуже корисно, що є і дитина, і батьки на цьому заході, тому що все, що ми не встигли, які запитання залишились, особливо це стосується молодшого шкільного віку, батьки можуть розповісти, повторити, закріпити матеріал. Крім того, якщо говорити про теплодимокамеру, яка у нас є на базі для тренування професійних рятувальників, вогнеборців, то важливо, щоб саме дорослі поспостерігали за своєю дітлашнею, як вона себе поводить. Тому що там використовуються і звукові, і світлові ефекти, і як це впливає на дитячу психіку, є корисним для батьків. Ми працюємо в прямому ефірі. Тетяна Ілляна Пацюк згадала про роль батьків. Діти – учасники, а батьки, яку відіграють роль? Ой, то прямо от Ілляна отлично виразила, опять-таки, втору основну мисль проєкту, о тому, що родители активно, во-первых, участвують, во-вторых, є тренінги, на яких вони просто обов'язково присутствують, є на тих, яких, наоборот, ми їх не пускаємо. Зараз розкажу, чому. Опять-таки, тренінги не можуть охватити все. Ми не можемо вложити дітям, як роботам або як комп'ютерам, всю там информацию и заставить их беспрекословно, да, потом ее исполнять. Поэтому это роль родителей – видеть, слышать, знать, что, чему их учат детей, и закреплять это своими возможными всеми способами. Например, на тренировках по самообороне родителям не только можно, мы настаиваем на том, что они присутствуют, на то, что они включают видеозапись, и на то, что они фиксируют занятия для того, чтобы папа, мама, кто угодно, кто в состоянии делать это в семье, закрепляли полученные эти навыки. То есть там не надо драться, и может даже бабушка, в принципе, хватать ребенка, да, там, за куртку, и он опять-таки вспоминает, как учили вырываться правильно, и как учили кричать, и куда учили бежать при этом. А есть тренинги, которых, наоборот, мы родителей не опускали. Например, мы не запускали родителей в патрульную полицию. Почему? Потому что, опять-таки, есть момент того, как дети ступорятся немножечко при родителях. Что-то лишнее боятся спросить, что-то лишнее боятся сделать, там, переживать за то, чтобы не испачкать штанишки, если там вдруг что-то нужно сделать. Да? Поэтому тут родители мы убирали, отпускали пить кофе, и детей заводили, организованно выводили, соответственно, отдавали. А тренинги, например, по интимной безопасности, наоборот, предполагали, вернее, опять-таки, полную конфиденциальность. То есть мы призывали, это было такие лекции, так? Да, мы призывали родителей не доставать детей расспросами, насильными расспросами. То есть если ребенок сам, подросток, поделится... А чтобы... для детей какого веку? Это подростки, вот те самые вредные, 12-16 лет. Мы разделили тренинги для парней, тренинги для девушек, что, естественно, опять-таки, это в разные врачи. С мальчиками работали врач Роман Борисович Мозоль, врач-уролог-сексолог, большой профи. Мы рады, что мы его выдернули с работы. Он тоже, для него это был особенный опыт, он решил потом еще развивать эту тему. А как цьогорічні учасники сприйняли такое нововведение? По-разному. То есть мы собирали у родителей потом отзывы. Я просила
Девочки более открыты эмоционально, отзывов пришло гораздо больше, что девчонки там классно работали, задавали. То есть они чуть ли не 2 часа сидели с врачом-гинекологом, обсуждали абсолютно закрытом конфиденциальном режиме свои вопросы девчачьи, те, которые не зададут мамам. Те, что они не посмотрят, скорее всего, не прочитают правильный, ближе к истине ответ в интернете, да, или там не узнают, тем более где-то в школе. То есть они задавали вполне щепетильные вопросы о себе, о мальчиках, о взаимоотношениях друг с другом, и это классно, это классный опыт. Там тренинг зашел вообще на ура. Мальчики были более сдержаны, и по ним было, как сказал доктор, вообще непонятно, то ли они все знают, то ли наоборот ничего не знают. Но потом уже от родителей пошел фидбэк через несколько дней, когда уже попустило, видимо, ребят, что да, было полезно, интересно, было новое, было то, что не знали. А на що треба звернути увагу дітей на таких лекціях? Навіщо вони взагалі були введені? В принципе, для чего они вообще, тренинг по интимной безопасности, очевидно. Первая проблема – это то, что родители, как правило, не говорят с детьми с какого-то нужного возраста, не с 12 уже лет, конечно, а с подростками вредными так еще, тем более они зажаты. Многие мамы, папы не умеют сами говорить на эту тему. А во-вторых, подростки очень часто не желают говорить на эту тему со своими собственными родителями, как мы знаем, предпочитая узнавать все. Опять-таки, интернет доступен, пожалуйста, в любом телефоне. Но что они узнают, в каком виде, насколько это похоже на правду, это уже другой вопрос. И принцип строился на том, что это не лекция. То есть это ни в коем случае не пришел доктор с серьезным лицом и давай там рассказывать про строение это человека. Это питание-відповідь, так? Это было абсолютно построено на том, что мы мотивировали подростков задавать свои вот самые вредные, постыдные, как они могут считать, щепетильные вопросы, которые они могут задать в присутствии чужих незнакомых людей, с которыми, в принципе, после проекта никогда не увидятся, скорее всего. Кто-то мог задавать вопросы на записках, но, в принципе, задавали голосом. А наскільки корисні навички, які діти отримують на ваших лекціях? Опять-таки, не лекція, даже вот стараюсь избегать, да, эти тренинги. То есть они все максимально сжаты, максимально практического формата. Трудно оценить сейчас, когда ребенок продолжает ходить в школу, кушать, спать, быть здоров и так далее. Но не дай бог что-то с кем-то начнет происходить, вот тогда, конечно, там может отследиться эффективность, но надеемся, что все будет у всех хорошо. Могу привести свой личный пример, потому что у меня дочка младшеклассница, и она, конечно же, была и на самой первой самообороне, и на втором сезоне, и на третьем тоже иногда мы на какие-то тренинги я ее завожу, потому что я и так прихожу, как на работу. Очень простой был пример, и это тренинг полезности, вернее, о пользе первой помощи Красного Креста, который был, потому что пока я находилась на работе, достаточно далеко, ребенок смог, когда было плохо нашей бабушке, не запаниковать, не разреветься, не «Боже мой, там бабушка помирает еще», знаете, как дети могут растеряться, а спокойно позвонить, рассказать, что с ней происходит, по телефону найти ее нужные там таблетки, приготовить уколы, и, в общем, все инструктажи ребенок все выполнил, пока я доехала уже Сколько домой. Уроки? Это сейчас 7 лет. Это было почти в 7 лет, вот уже ребенок совершенно спокойно, нормально реагировал, был готов, даже доложила, что я вижу, что по состоянию бабушки, пока ей не нужно делать искусственное дыхание и массаж сердца. Вот так вот это было на личном примере. То есть как минимум спокойствие или адекватная оценка ребенка, это уже здорово, потому что многие паникуют. Либо наоборот, что проходит на тренингах по самообороне, и что родители, как правило, вообще не принимают во внимание в обычной жизни. Дети не умеют кричать. То есть они прекрасно орут на площадках, они прекрасно громко спорят с родителями, но в критической ситуации, когда их могут утаскивать там с площадки или по дороге там со школы домой, они не умеют кричать, они не умеют звать на помощь правильно. И, в принципе, мы с вами, просто проходя мимо того, как кто-то тащит ребенка, подумаем, что это просто он вредный, не хочет идти там обедать или не хочет заходить с улицы домой и спорить там с папой, с мамой. Тобто кликати и по допомогу нужно теж правильно. Да, их учат кричать, делать это громко, бежать в нужное место и звать правильно на помощь, это очень важно. Скажіть, будь ласка, Тетяна, чи є у вас в планах організація 4-го сезону проєкту? Ну, буквально вчора ми завершили торжественно 3-й сезон, смахнули вже пот.
И действительно, уже там и объявили, что четвертому сезону быть, потому что, во-первых, уже мы долго не могли уйти уже с торжественной части. Нас родители хватали за руки, выражали благодарность. Кто-то не записал еще второго ребенка, третьего, соседей и так далее, не успели. И это была просьба в глазах. Четвертый будет, будет четвертый. Однозначно будет, потому что, во-первых, у нас глобальные планы. К нам хотят присоединиться еще новые партнеры, это будет еще новое направление тренингов с новым аспектом безопасности. Пока подержу в секрете. То кількість напрямків у наступному проекті буде зростати? Абсолютно верно. Но будет ли это все в одного ребенка, либо мы, например, разделим вот такое направление, туда записали группы, и там плюс вот такое направление, мы просто решим уже ближе к весне, потому что зимой мы не проводим проекты. Скорее всего, это будет ближе к весне, хотя не можем обещать. Тетяна, и урочистое закрытие проекта, чем запомнилось больше за все? Ну, нам, как организаторам, вот с этими светящимися глазами, дети, родители, они все хотели еще, им было еще мало. И мы разыграли призы от нас, от партнеров, просто мелочи, приятные какие-то сувениры для детей, прежде всего. И запомнилось тем, что мы очень дружно поблагодарили и всех 7 тренеров. Они были очень приятны, потому что мы в те разы как-то закончили проект, ну и закончили. У нас не было вот этой глобальности, да. В этот раз мы уже вручили всем красивые там подарки, какие-то подяки. И это было, в общем-то, очень красиво. Запомнилось тем, что все хотят продолжить уже и сделать 4-й сезон «Безпеки дитини». Это уже мы можем обещать прямо в прямом эфире. Да, он будет, но какой он будет, мы вам пока не расскажем. Стежимо за подіями. Спасибі вам, що ви були з нами, як то кажуть, з корабля на бал. Це була Тетяна Жарінова і тема дня, якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.